Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Вас приветствует YouTube-канал магазина Ули.ин. Меня зовут Александр, и в этом ролике я сделаю видеообзор нашей новой восьмирамочной автоматической медогонки с разделителем. Эта восьмирамочная медогонка сделана на базе шестирамочной автоматической медогонки, но имеет ряд особенностей. Первое, это изменилась конструкция подставки. Теперь ножки съемные и, соответственно, уменьшилась максимальная ширина. Теперь она составляет 95 см. Все внутренние части медогонки выполнены из нержавеющей стали. В этой конструкции используются разделительные пластины из нержавеющей стали, что позволило еще дополнительно добавить сюда две рамки, что, соответственно, увеличит производительность этой медогонки. Эта медогонка комплектуется сварными кассетами из нержавеющей стали и предназначена для откачки рамок типа Дадан высотой 300 мм. Также можно откачивать рамки Рута 230 мм или одновременно две магазинные рамки. Они же полурамки высотой 145 сантиметров, миллиметров, извините. Вот спокойно они сюда входят. В комплекте этой медогонки уже идет блок питания. То есть эта медогонка может работать от 24 вольт, это два параллельно подключенных аккумулятора, или же от сети 220. Ну что, запустим. Включаем питание. Делаем выбор программы, то есть одновременно зажимаем две кнопки, выбираем первую программу и два раза нажимаем кнопку старт. Более подробное описание режимов работы медогонки вы сможете посмотреть под видео ниже. Вот смотрите, обратите внимание, кассеты неплотно прилегают к окружности ротора, но при этом откачка происходит в таком же режиме, как и в шестирамочной. Вот закончился первая откачка. Сейчас медогонка сама перевернет кассеты. И началась откачка в обратную сторону. Время откачки осталось по первой программе минута 43. Медогонка закончила выполнение первой программы и сама автоматически останавливается. Цену на эту медогонку вы сможете увидеть в нашем магазине, перейдя по ссылке под этим видео. С вами был Александр. Спасибо за внимание. Пока.